много чехов и другого населения, приезжих из Германии, которые ждали ночных волков. Совсем скоро мы сможем показать вам эту картинку, и вы сами сможете оценить, как это все происходило. Волков, они отметили, что дорога прошла хорошо. Так или иначе, все помнят, что такое 9 мая, и в целом, конечно же, к этой победе здесь относятся позитивно и с теплом. Но мы будем, конечно, продолжать следить. Стас. Да, да, все хорошо. Ты видела прямой, все нормально? Они украинцы, конечно же. Конечно, они украинцы. Просто они кричат, что они чехи. Это украинцы. Я у них спрашивала в интервью, я говорю, вы чехи? Они говорят, нет, мы украинцы. Я говорю, а почему вы тогда здесь стоите? Ну, как бы, ну, это же провокация, Лен. За свободу слова в России! Русские граждане против Путина! За свободу слова в России! А вы не мешаете жить, вы врете просто! Простите, с какого канала? Россия. Россия 24. Россия 24.